мужикам, вот этим мужланам. Ну, послушать, думаю, интересно будет всем. Вот вы пишете вот эти комментарии гадкие, такие противные. Вы даже не понимаете, что вы палитесь. Скажите мне, пожалуйста, какой нормальный, успешный, умный мужчина будет сидеть и писать вот это говно людям? Умные, нормальные мужчины, они заняты делами, бизнесом, семьей. Они заняты, даже в голову не придет написать какой-нибудь такой комментарий, типа: «Ой, РСП – это дно! Фу! Вот это губы у тебя! Да ты шлюха! Шлюха, по тебе же видно, что ты шлюха!» Некогда успешному, умному, нормальному мужику заниматься вот этой херней. Да у него даже в голове этого не будет, чтобы что-то подобное делать. А вы делаете, потому что вы нищеброды, с кучей комплексов и недостатков, никому не нужные, ничего не добившиеся в жизни, скорее всего, живущие с мамой. А еще про таких, как вы, ходят слухи. Если у мужика длинный язык, значит, маленький член. Всем привет! Ну, то есть вы понимаете, да, что если ты высказываешь свое мнение где-то на просторах интернета, то ты, оказывается, неудачник, а вовсе не человек, у которого есть собственная точка зрения, собственное мнение. Ведь олень должен впахивать и не иметь времени на ТикТок и вообще на интернет.